авторов фильма «Животя», лауреат международных конкурсов во Франции, Бельгии, Чехии, Словакии, всероссийских конкурсов в Москве, Нижнем Новгороде, Курске, Санкт-Петербурге, Угличе, Сочи, Калуге, Казани, Пятигорске. Участник международных фестивалей во Франции и Словакии, фестивалей хоров мальчиков и юношей в Дубне, Минске и Нижнем Новгороде. Участник гастрольных поездок в Грузии, Германии, Польше, Ирландии. Ярким событием в жизни хора стало участие солистов хора мальчиков «Ладья» в концертах детского хора России в Мариинском театре и в церемонии закрытия зимней олимпиады 2014 в городе Сочи. «Ладья» – ежегодный участник хоровых смен православного лагеря в городе Тольятти. С 2019 года «Ладья» – участник праздничных богослужений Преображенского кафедрального собора. Хор пел перед президентом России Владимиром Путиным и патриархом всей Руси Кириллом при их посещении города Тольятти. В 2019 году хор «Ладья» отметил свой 25-летний юбилей. Марк Хейс, кантата «Домина».